Всем привет! В данном видео я хочу сравнить и показать вам два вот таких быстросъемных наконечников для насоса. С левой стороны у нас просто без никаких-либо опознавательных знаков китайский наконечник. Справа тоже китайский наконечник, но производство торговой марки «Дорожная карта». Вот. Поставляется вот этот наконечник в такой упаковке. Этот без какой-либо упаковки. А два наконечника имеют штуцера диаметром 6 мм под шланг. Похожи практически как две капли воды, с тем лишь отличием, что они зеркальное отображение один другого. То есть, как видно, по литью. Ну, также у дорожной карты чуть-чуть есть такая вот выемка более эргономичная. А вот этом китайском нет такого. Ну и также чуть-чуть выполнена дорожная карта вот эта вот получше. То есть, как видно, здесь смещен вот этот вот зубчик от центра. У дорожной карты он практически по соосно и в середине там нормально выполнен. Также вот это вот совсем китайском видно, вот тут есть такой небольшой выступ, которого не должно быть. У дорожной карты вроде нормально. По цене они не слишком отличаются, чуть-чуть дорожная карта дороже. Вот. Ну и сейчас я покажу, как оно фиксируется на вентиле самом. То есть для образца у меня такой вот вентиль. Сейчас попытаемся, чтобы камера сфокусировалась. О, отлично. То есть надеваем и защелкиваем. И как видно, здесь держится это соединение. Вот. Отщелкиваем и проверяем второй, как оно фиксируется. Ну, да, это чуть похуже. В принципе, оно одно и то же. Одна и та же китайщина, но чуть-чуть различается. То есть, если стоит выбор между дорожной картой и вот этим вот нонеймом, так называемым, то дорожная карта все-таки будет лучше, я так думаю. Всем спасибо, благодарю за внимание.